Проверить себя в борьбе под жарким августовским солнцем вышли как действующие ветераны, то есть те, кто еще работает в органах, так и сотрудники, которые уже оставили свой пост. Некоторые спортсменов говорят, что эти соревнования просто помогают поддержать форму и быть всегда готовыми к испытаниям на службе. Ну а для других это чуть больше, чем дистанция и цифры результата. Мы вспоминаем как свою спортивную молодость. Вот. На протяжении там, многих лет мы с соперниками встречаемся. Ну, как и раньше, там, много лет назад соревновались. Также нам сейчас интересно все это продолжать. Любой биатлон состоит из двух этапов – бег и стрельба. Единственное, что меняется – это дистанция и количество выстрелов. Участники бегут 2500 метров. Это всего 6 кругов по стадиону. Пробежали 2, выходят на огневой рубеж, стреляют 5 раз и потом снова на дорожку, пока не пройдут всю дистанцию. Результаты участников будут фиксироваться как в личном, так и в командном зачете. Кстати, оружие не боевое. Стреляют динамовцы из пневматических винтовок. У нас здесь оружие не боевое, а пневматическое. Все-таки сотрудники должны, и еще у них остались навыки владения огнестрельным оружием, вот, боевым. Но мы стараемся отойти от боевого, а перейти к пневматическому биатлону. Они стреляют у нас по биатлонным установкам, вот, приближенные к биатлону, чему нравится биатлон, вид, вот, который у нас мишень закрывающийся. За каждый промах к результату добавляют лишние 10 секунд. Вместе с ветеранами участие в биатлоне приняли и юные динамовцы. Правда, бежать им много не пришлось, все ограничилось короткой эстафетой. Олег Рожков, Олег Осипов, Александр Кобзарев. Область новостей.